По новым правилам в стране ведется планомерная работа по подготовке к избирательной кампании 2024. В следующем году впервые пройдет единый день голосования. Намечен он на последнее воскресенье февраля. Белорусам предстоит избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов ВНС. Наши люди поняли, что больше нельзя оставаться нейтральными, не интересоваться. Что если ты не интересуешься политикой, политика начинает тобой интересоваться, использует тебя всячески. Потому что ведь, по сути, играли на эмоциях людей, на добрых чувствах, на хороших качествах. То есть все использовалось врагами нашими, для них ничего святого нету. Социально-политическая, экономическая и демографическая ситуация в преддверии избирательных кампаний в России и Беларуси – ключевая тема встречи с руководителями идеологической вертикали. Аналитик Белорусского института стратегических исследований делится, как в потоке информационных вбросов отличить правду от лжи. После Алексей Авдунин затрагивает злободневные вопросы, экономические войны и искажения истории. Если вы понимаете, что вы, ваше окружение спокойно имеют возможность зарабатывать деньги, имеют работу, имеют социальное обеспечение, дети ходят в школу, пенсионеры получают пенсии, поддержку. А это и есть ответ на любые провокации. Это значит, что система, наша система, наше государство работает правильно. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске проходит торжественная церемония вручения билетов членам политической партии «Белая Русь». Это не просто документ, а большая ответственность. Здесь только те, кто, несмотря ни на что, будет отстаивать интересы нашей республики. Стратегическая цель патриотов – укрепление независимого, сильного и процветающего государства. В одной единой команде мы сделаем все для того, чтобы развивать нашу страну, быть поддержкой и опорой главе государства, быть опорой нашему правительству и идти к той цели, которая определена нашей концепцией. Убежден, что вместе у нас все получится. Белорусы отметят День народного единства 17 сентября. Именно в этот день, в 1939-м, начался польский поход Красной Армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Белоруссии и БССР. Самый молодой праздник в стране подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность нашей нации и государственности. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.